Сегодня здесь уже не слышны возмущенные крики и обвинения властей в бездействии. С недавних пор очистные сооружения переданы в муниципальную собственность. И в микрорайоне Купеленко началось восстановление нормальной жизнедеятельности. Сейчас пахнет меньше. Сами, наверное, уже замечали. А до этого очень сильный запах был около школы. То есть мы там ходим каждый день, и это отвратительно, можно сказать. Надеемся, что все-таки когда-нибудь это изменится. Чтобы заинтересованным жителям было легче и доступнее контролировать процесс работ, сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства ежедневно размещают видеоотчеты в своих социальных сетях. Здравствуйте, уважаемые жители микрорайона Купеленко. Объединение городского хозяйства продолжает вас информировать о выполненных работах на канализационных очистных сооружениях в вашем микрорайоне. Стараемся следить в любом случае, конечно. Когда маленькие дети, конечно, хочется дышать не сероводородом, который в 35 раз превышает, а хочется все-таки чистого свежего воздуха для своих детей. Поэтому, собственно, конечно, следим, да. На данный момент используется только один аэротенк. На двух сломанных очистка не производится, но идет монтаж вытяжного вентилятора высокого давления и пусконаладочные работы по механизмам. Закончен монтаж резервного насосов канализационной станции. В помещении ливневых очистных сооружений временно установлено компрессорное оборудование для подачи воздуха в действующий аэротенк. Вот мы сейчас с вами можем увидеть, как монтажники смонтировали компрессорное оборудование. Вот 4 компрессора стоят в ряд, вот стоит компрессор. Смонтировали трубопроводы, значит, смонтировали частотное регулирование электроприводами компрессоров. Смонтировали запорную арматуру, фильтры. Мы постоянно контролируем анализы сбрасываемых в рыбохозяйственный водоем стоков, постоянно. Значит, и наши анализы показывают, что медленно, но верно идет улучшение сбрасываемых, значит, стоков. Но и восстановительные работы на объекте – лишь временная мера, пока здесь не начнется проектирование и строительство централизованной канализации, которая будет подключена к городскому трубопроводу. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.